На дрифт, пожалуйста, отвезите срочно. Ничего себе уровень, да? Смотрите, приехали два таких подготовленных КАМАЗа. Сейчас будет трансляция на России 1 и на России 24. На России 2 и на России 24. Погода сегодня отличная, дождя не предвидится. Ай, Валя, братан, да. Прямо после тренировки ливанул дождь, все тут нам намочил, но потом закончился, выглянуло солнышко. Сейчас у нас открытие официальное, ну и как бы потом начинаем парные заезды, но уже по мокрой дорожке. Что делать, поедем. На открытии. Даже с Красноярска приехал наш ветеран. Армен дрифта. Ветеран. Анатолич, дай звук. Нет? Вот, друзья, дрифт для вас — это Анатолич большая семья, приехал. Мы большая, дружная. Сегодня с утра светило солнце, была прекрасная погода, был сухой асфальт, и тренировались пилоты по сухому асфальту. Сейчас погода... Вот так у нас все это выглядит. Начинаем парные заезды. Надеемся, что сейчас подсохнет. Это у нас прогрев. Основные боевые вам пока не снимаю, потому что покрытие говно, конечно, мокрое. Нормально, все равно пацаны стараются, гасят. Народ есть. У нас тут в перерыве необычная движуха. У нас сейчас тут будет установлен мировой рекорд. Нет, российский рекорд по чему-то там с покрышкой. Сейчас покажу. Ну а зрелище, вот, собственно, сейчас состоится. Вот он. Один, поехали! Поддержим! 320, друзья! Килограмм колесо. Рекорд устанавливается прямо здесь и прямо сейчас. Три! Давайте все вместе! А что на монтаже 4. Сейчас? Вот это, а вот это неплохо было. Аплодисменты, друзья! Я, честно говоря, стою, и мне прям больно, как капли попадают в суровый сибирский дрифт. Вот ты какой. Очень ответственный. Это не дождь, это просто какое-то чудовище. Ай. В общем, снимаю сторис. Какой у нас прошел дождь. Давай, выливай. Да, вот даже гонка была остановлена. Я это все в микрофон говорю. Такой был ливень. Ну что, этап у нас окончен, ребята, идем на награждение. Я полностью посадил голос, контент, с трудом говорю, крайний сторис, наверное, с голосом все не снимаю. Первое место Ваня Никулин, второе Армен Арсен, третье Глеб Шаап, все было круто.